Беларусь помнит. Спецпроект «День Победы». Когда-нибудь наступят времена, когда все войны закончатся. Мы не хотим стрелять. Мы не созданы воевать. Но защищать Родину должны быть готовы. Идут года, но кровоточат раны. Врагами, нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою. За то, что не стреляют автоматы. За то, что мины не взрывают тишину. Вы были молоды, ни в чем не виноваты. За что судьба вам уготовила войну? Чтоб дать нам право жить на этом свете. Вы шли сражаться грудью на врага. Вас ждали дома мамы, жены, дети. Храня тепло родного очага. Сражались вы и за ценой не постояли. Непомерно высока цена.